Посажу-ка я и гладиолусы. Вот я такие получила из магазина, интернет-магазин Флориум. Вот, но здесь, смотрите, вот такие вот зацвелости. Это естественный процесс. Пока они шли, они были закрыты в пакете. Вот, здесь вообще, видите, какая сложная луковичка. Что я делаю? А это луковички, которые у меня хранились, видите, хранение было в погребе. Вот на таком кокосовом субстрате, бумажная коробочка. В общем, все очищаю. Вот, ну, здесь все нормально, но не нормально. Видите, есть какая-то проблемка. Вот, что я делаю? Она сухая. Я беру зеленочку. До момента посадки есть время. Так как сегодня близнецы, водичку нельзя использовать. Но я, если что, можно на минуту, вот как я уже сделала, видите, на минуту, только всего на минуту, беру и поглощаю в раствор барханцовки. Вот она такая, такой цвет, видите, какой. Вот, все уже вытягиваю, потому что минута прошла. Это обработано, и эту луковицу я уже буду так садить. Но для этого, чтобы посадить, снова же высаживаю все луковичные. Этот год, эта весна очень сложная, и поэтому мы... Это будет отдельная композиция. Сначала свои вот эти посажу. Поэтому высаживаю. Горшки у меня, вазоны вот эти есть. Смотрите, здесь есть дырочка по центру. Я, кстати, неправильно, когда купила, физически вот нажимала силой, чуть-чуть лопнула, даже больше, чем одна дырочка. Вот, есть правила, теперь я знаю их. И теперь у меня сюда, на дно обязательно вот такая подкладочка, она легкая, она теплая, она охлаждающая. В общем, это уникальная вещь. Строительный, можно и строительный материал. И теперь у меня сюда засыпаю земельку. Это древесная дерновая земля. Обязательно использую дерновую землю. Вот так. Прижимаю ее хорошенько по всему периметру. Ну и сейчас вот луковички, которые я вытягиваю, я хочу композицию сделать. Вот таким образом выкладываю на расстоянии здесь 5 сантиметров по всему кругу. Сейчас я выложу и покажу. Это молодые гладиолусы, поэтому я ставлю вот так много, их у меня здесь получилось. Но очень хорошо, здесь земля внизу есть, дерновая земля и кокосовый субстрат. А теперь я... Помните правило, что высота трех луковиц должна быть, высота земли сверху луковицы. И сейчас я их вот таким образом уже укрываю. Они только-только вот начинают просыпаться. Ну что сделаешь, такая весна, 2021 год. Холодно. Вот. И вот таким образом чуть-чуть прижимаю. И они будут укореняться. Затем... расти, и здесь в теплице им будет всегда хорошо. Просто последние годы гладиолусы в нашем регионе очень тяжело идут, потому что гладиолусам нужна определенная температура. Высаживаешь их, они бедные выходят, потом это холодные, то град пошел. А пусть они живут в теплице. Место всегда найдется, и зато приятно будет. Вот это была такая посадка гладиолусов в вазе. Здесь объем где-то до 7 литров. Объем вазы. Я думаю, что получится очень хорошо. А в дальнейшем, в дальнейшем мы обязательно будем вам рассказывать. Раиса Гриченко, Александр Волик показали, как они высаживают по-новому гладиолусы. Вот эти прекрасные вазоны. Прекрасная форма, пластик. И все равно очень хорошо. Пластик пластиком, но очень удачный пластик. Всего вам доброго, до новых встреч в новых видео.